Всем здорово, ребят! Ну что, наконец-то я добрался до разлома. Правда, не я, ребята, с гильдии Лунный Свет дали свои аккаунты. Я вам покажу составы, как можно фармить недонатными составами. Там частично, ну, огник это уже даже не донат. Покажу составы на разлом 2, Одинокое море 2. Благодаря вот этой гильдии Лунный Свет кидайте заявочки, вступайте. Дружные ребята и фармят все вместе. Атака фортов 20-21, бага 0 кик. Вступить через WhatsApp. Кидайте заявочки, вступайте. В общем, у нас сейчас будет фарм Одинокое море. Так, создают. Комната не существует. Ждем. Одинокое море 2. Но тут вот моя позиция. Я вам на картинках покажу составы сейчас просто предварительно. Так, чтобы вы видели, я вам отдельно картинки закину в конце. В общем, вы видите все составы. Поехали. Самому интересно. Только создал состав минуты две назад и уже фармим. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Ребята, красавчики, дали все составы. Я не буду ускорять сейчас, покажу вам так, как оно есть. Возможно, немножко сделаю потом ускорение, чтобы не подвисло. В общем, как видите, я вижу уже раз, два, два или три ледяных феникса. Два точно есть. В общем, это посмотрим, покажу, позагружаю вам картинки. Сейчас мы пофармим. И тогда я уже покажу вам все, что, где, как, кто, куда. То есть вы видели изначально состав, как они стоят. Три все-таки. Как-то странно. Так, ускорение мы взяли. Это Одинокое море. Тридцать три секунды. Красавчики вообще. Я, к сожалению, на английском так и не собрался, но, как видите, 11 секунд осталось. Вот так вот забрали мы. Окей, поехали еще разок. Вот такая вот моя команда. Кому интересно, ну, я покажу вам потом по никам все. Вы по никам, в принципе, все увидите и по картинкам. Поехали. Поехали дальше. С победой. Сейчас я предварительно. Вот внимательно посмотрите, Румитос, Шархангди стоит, Нефилим и Мелогорец. Я вам покажу их составы. Потом пойдем на следующий. И в конце в итоге вы увидите все составы, то как собран в картинках. Красавчики, Одинокое море фармят вообще супер. Причем это второе. Смотрите, стабильно 11-12 секунд остается.
Вот так вот. Так, окей. Поехали дальше. И в конце уже с вами разберем полностью весь фарм. Да, донатика есть немножко у него. Так, вот здесь я стою. То есть вот тоже внимательно смотрите, где кто. Это у нас я вот здесь. Это у нас чуть-чуть ниже Шерхан. А здесь Румитас и вот здесь Мелагорец. Я думаю, вам видно. Не сильно я там закрываю. То есть по зеленой области определяйтесь. Вот так вот вниз все мы идем. А, так. Разлом отчаяния 2. Я тоже вам все составы покажу, расскажу. Ну, я думаю, тут без проблем. Но вы скажете, тут донатные огники. Ну, огники это, ребят, это уже не проблема, скажем так. Огник это не зефир. Вот зефир и не у всех есть. Так, фиолетовый потащили. Отлично. Так, окей. Я думаю, что все. Еще один. Ну, поехали, еще один. Да, я вам уже покажу составы. Такс. Ну, заодно увидите. Еще раз, где кто стоит. Вот это вот Нефилим зелененький. Это Шерхан состав. Я перелез не туда. Это у нас Румитас и вот справа Мелагорец. Вот такой вот состав. То есть вот так вот они фармят. Поехали, будем фармить. Я вам сейчас позагружаю картинки. Мы обсудим их, посмотрим, кто где стоит и что и как. Ну, тут без проблем, 100% прохождение. Кто там так застрял? Так, окей. Так. Теперь поехали разбирать составы. Такс. Поехали. Давайте начнем с Одинокого моря. Я вам показывал, можете перемотать, кто где стоял. Я вам покажу сейчас составы на Одинокое море. В принципе, я вам даже картинку сейчас еще покажу. Сейчас я это все посохраняю. Так, чтобы оно было удобно.
А вы уже потом себе подберете у себя, кто как сможет. И, в принципе, этими же героями бегают. Ну, я думаю, со второй локации там меньше проблем будет, а вот с первой проблем будет. Такс. Смотрим. Итак. Первая. Вот так вот они. Картинка большая. Вот так вот они у нас стоят. Четверо. Ну, в принципе, вы это видели. Дальше поехали. Составы. Смотрим составы. Первый состав это у нас. Давайте так чуть-чуть. Оно обрезает. Вот так вот. Мелогорец. То есть его. Такой вот состав: Фрейка, Стрелок, Ведьмочка, Огник и Ледяной Феникс. Дальше поехали. Следующий Шерхан. Такой вот состав: Феникс, Стрелок, Фрейя, Тыковка и Огник. Так, есть. Смотрим третий. Нефилим это мой состав. Огник, дерево для живы, стрелок, тыковка и фрейка. Я вам сейчас покажу, как они собраны. Так, и Румитас, фрейка, огник, ведьмочка, стрелок и оккультист. А теперь смотрим, как они у нас собраны, начиная с первого. Я вам сейчас буду так немножко двигать, думаю. Или давайте попробуем уменьшить. Я надеюсь, вам будет все потом видно. Я буду так вверх идти. Вот такая вот сборка. Это первый состав. Как видите, ожива плюс раскол. Фен у нас с ремкой. Доспехи стоят на героях. На некоторых, как видите, стоит суперсила для урона. Но можно улучшить варианты. Ну, конечно, кто где, смотря каких героев использует, можно поставить пиромагов, там, приспешников. То есть это состав первый. Вот такая вот сборочка. Раскол практически везде есть. Вот такой вот первый состав у нас. Дальше поехали на второй. Просто немножко не в том формате. Ну, вам, в принципе, наглядно будет видно. Такс. Второй наш состав. Это мой состав с деревом. Дерево живо плюс ремка пиромах, тыковка с пиромагом, стрелок с пиромагом, фрейя с недомоганием на по локации хорошая. И такой вот огник тоже с расколами, как видите, либо же стоят таланты смотра. Это второй состав у нас был. Поехали дальше. Третий состав. Третий состав у нас вот такой вот, немножко смазанный. Фрейка, смотр плюс раскол, ведьмочка такая же, тут с недомоганиями героя, можно улучшить за счет пиромагов, если у кого-то есть пиромаги, либо ассасины, можете улучшить, это третий состав. И четвертый состав у нас вот такой вот. Так, огненка, вальс. Ну, как видите, здесь таланты эмблемы смотра и раскола, плюс пиромагия. Ну, не везде есть. Если всем поставить, то у вас будет намного больше времени. В общем, это был у нас четвертый состав. Вот таких вот четыре состава. И, в принципе, как видите, они неплохо, неплохо так фармят. Без проблем, без слива второе. Одинокое море и разлом. Ну, с разломом, думаю, проблем нету. Вы можете на замедленной перемотать, посмотреть. Там надо герои с воодушевлением. Я вам сейчас покажу героев, которые у меня тут собраны на разломе. Кто там у нас? Огник. Тыковка. Сейчас зайдем. Зайдем так, чтобы
уже 100% видеть. Так, смотрим. Анубис, Бугимен, Огник Стрелок, Землеройка и Тыковка. Поехали их посмотрим еще раз. Ну, то есть они не меняются, то есть некоторые герои повторяются. Там уже на повторе можете назад вернуться, посмотреть, у кого какие герои увеличить. Я думаю, там видно будет. Так, Бугимен. Ну, тут уже с водушками ставятся все для того, чтобы они все время дамажили. Землеройка. Анубис. Тот же. Огник. Тот же там стоит. Стрелок. В принципе, там проблем нету. Кто там у нас еще? Фен. То есть такой вот состав. Ну и тыковка жива. То есть, как видите, донатных, мега донатов здесь нету. Герои обычные. Ребята фармлят без проблем. Ну, единственное, что здесь есть огники, да, там. Но это не зефиры. Огники, в принципе, уже намного дешевле. В общем, вот так вот. Можете кого-то поменять, попробовать такой вот состав. 100% фарм у ребят. Всем их поздравляю, красавчики. Еще раз, гильдия Лунный Свет. Кидайте заявочки, вступайте. Все данные на экране. Спасибо за инфу. Думаю, многим из вас она поможет. Ставьте лайки, вступайте еще раз в гильдию. Всем удачи, всем пока.